It's Wraith King, not Rage King. It's Wraith King, not Rage King. Ну-ка, да как? О, БХ. В ответ на Дума и Виспа, ебать. Почти проиграли. Сейчас бы БХ пикнуть. А! Вкусный герой. У них Тини Висп и Дум есть. И Сларк есть против моего ВК. Это забей просто. У них нереальный лейт. У нас нихуя. You can take it. I don't need. Ну я не могу, он же тебя видит, блядь. Ну спасибо. Это неправильно сделали, это наши единственные шансы выиграть. Если я буду что-то получать. Потому что других шансов эту игру выиграть нельзя. Ну типа, у них 4 лайта, 4. Причем у них, как бы, они и вначале нормально могут. То есть, Кинивис вначале могут, Дум вначале может. Это же не то, что у них 4 лайта, типа, спикеры. Правильно. В 2015 году пикаются пики, которые стоят на лайнах хорошо, и вначале хорошо, и в лейт выходят. И они выигрывают без шансов. Практически всегда. Да, все хуйня уже. На всех других линиях, блядь, 6 рагов уже врагам дали. И у них все герои лейт, тупо все герои лейт. Wait. Ready. Can you go? Prostrate yourself. Легкость соляра, но толку ноль. Что мы его убиваем по КД. Он снова будет кидать дум, понимаете? То есть это все бесполезно. Сейчас бы убить дума, блядь. Кого он утонул, вопрос. No ульт. The enemy's top tower has fallen. Stun, stun. Осторожно, челик, что ты делаешь? Okay, это не игра, блядь. Что такое? Понравилось, блядь? Не кидал я стан? Потому что я не даун. Бля, как же контролю? Хоть же я лучший. На! Нахуй! Животное пошел нахуй! Ну как его убить, блядь? Дай по таймингу стан, пожалуйста. Что с убедище? Ну, по трекам получилось. Ну ладно, ничего не меняет, мы что проигрываем говнище, потому что 4 лайта. 4. Против одного. До свидания! На, блядь! Куда нахуй, сын дерьма лесного? Go back! You can't fight without my ult. Nice, блядь! Защитка подъехала. Древних, сука. И выживают все герои опять у врагов. Я ебал, мать, всех союзников. И выживает опять, сукин сын! Наааа!
0%, сори. Бать, пизду доту. Nice help! Nice help! Nice death! Nice death, team! Nice play! Nice place! Sick place! Next push, минус Раксис. Хекс есть, хекс есть. Ну так дай этот хекс! Nice team, nice team, nice place. Nice stone, sick stone. Бесполезные хуесосы, все до единого, просто выбрать. Даже если бы я дал хекс, он бы все равно релокейт могу просто. Висп, братарц! Висп! На! Сын, блядь, ЛСный, только я могу в доту играть. На! Следующий вышел! Ха-ха-ха-ха! Помойку! Верьте деньги! Сыновья дерьма ебаного! Зачем ты продолжаешь играть в говно двух, если у тебя в каждой игре 5 даунов в тиме? Капа. Тебя, блядь, в семье, блядь, столько. Чё, хуё, блядь? Здесь фармить синий, можешь пойти его убить в байбэк. У меня самого нету байбэка. Он иллюзии отсюда отослал. У меня КД на лотаре, блядь, ты поздно сказал. Kill! Kill enemies! Kill enemies! We need detection! Hello! Now! Now! GG. 0% win. Fucking useless. Вынес мусор нахуй! Kill range Rax. Help me, retards! Do something! Help me! Help! Help, trash! Help! Seek help. Seek help. Nice help. Seek help. Nice team. Well played. Fucking trash team. Fucking shit players, trash. Fucking trash. Конченые уебаны, твари ЛСные, чтобы все сдохли, блядь. Должен менять свою жизнь на казарму, просто все пидорасы ЛСные, до единого. И проебали еще казарму снизу. Просто, просто такие дети, блядь, конченых. Просто таких детей, блядь, я не могу вспомнить. Найс. Найс ульт аппарат! Сик ульт, сик fucking ульт! Best fucking player in the universe! Закрой по... Иди нахуй, блядь, найс ульт. Блядь, ты хекс не попал, это я. Задоджил хекси, блядь. Алло. Как с вами выиграть? Как? Как с вами выиграть? Вы имеете идеального кэрри, ни одной ошибки, блядь, за всю игру. Вы долбоёбы, все равно не можете выиграть. Хз, по-моему, ты очень тупой. Не понимаешь, где враги? По-моему, ты сын бляди. По-моему, ты сын бляди. Я тебе всю игру мигаю, где они, ты ничего не понимаешь. Забери. По-моему, ты сын бляди. Лучше не играй в эту игру, всем помойка. Бать, конченый сын бляди. Проблема с восприятием реальности. Его тащат всю игру, он все равно проигрывает, блядь, не может дать ульт по хексу. Где помощь? Не, не слышал. Нам тип выносят снизу базу. Потому что никто не дефит, блядь. Пока он вынес. Ни один выбор так не дефил. Ни один. Прикольно дефите. Можно. Играет лучший в мире величайший керри. Ноль ошибок. Сори, ноль шансов. При нуле ошибок. Найс. Прикольно. Приколюха. Приколюхи заезжают. А, прикольно. Вот это прикол. Килл. Килл бот. Го. Найс. 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 Го бот. Найс. Найс, тим.
Топ ТП. Нол ТП, GG. Барак. Да, пацаны, не смогли. А нет смысла играть в игру. Это оверпик. Просто эту игру, ну, неиграбельно, это оверпик ебану всю игру. А что делать, блядь? Как мне? У меня не ТП кида. А как играть в доту ебану? Я не хочу играть, блядь. С долбоебами всю игру, блядь. Спасибо. Помогите, помогите, блядь. Старк всю игру, абсолютно всю хуйню доджит. Вот это ты хиксуешь, блядь, вот это ты хиксуешь. Два хикса, блядь, в даркпак. В смысле, а что я мог сделать? Я два раза... Научиться хиксовать. Почему, блядь? А, я тебя понял. Почему Старк абсолютно всю игру доджит абсолютно все стволы моих союзников? И еще ни разу видел, чтобы Старка ебанули каким-то стволом. Ни разу. За всю игру не видел. Просто не увидел, блядь, ни разу. У нас вообще нет варианта выиграть, блядь. Это была игра проиграна сразу, как только я ее начал. Вы до сих пор в игре только потому, что вы со мной попались. Вы проиграли за 30 минут, блядь. Хз, я, по-моему, любой другой, если было бы на керри, ему бы... Потому что ты сын шлюхи по жизни, понимаешь? Фармит 40 минут в лесу, ты не можешь прийти к нему и дедстан подмывать. Потому что ты сын шлюхи, понимаешь? Вот и все. Вот это твоя проблема. Совсем отбитый. Просто на вардах фармит, придурок, 40 минут. Ты не можешь к нему... Поймай там на вардах фармит. А, прикольно, бабочка. Сейчас в доту поиграть. Эх, играю в доту, парни. А еще и сатаник, блядь. Нормас, нормас. Пропал герой. На мид выносит. Ой, да ладно. Так убейте, блядь, его. Я отключу пассивку, бейте его, блядь. Я не убью его, у меня нету пробить бабочку. А, Егис еще здорово. Хотя я должен убивать. Прорм лет, блядский, возьми обниса. Без ББ и все. Сейчас бы надеяться выиграть. Сейчас бы. Ебаное животное на розовом, блядь. Какие долбоебы, как ты. Просто это надо поискать. Нормальные фразочки дуненок. Баттерфлай. Ты не могу продать бесполезное ради. Так. Ты не думаешь, что мне не хватит денег на Абиссал, сын шлюхи ебаный? Посмотри, сколько у меня денег, мне не хватит на Абиссал. Алло, даун, алло, алло, привет, дебил. Зато муншарт есть. Забей, нормальный выбор ритма. Ты конченый ЛС. Ты вообще нихуя не понимаешь. ДПС Варет Кинга за стан. И почему у меня муншап? Игра заканчивается. Что, собьешь мне в ТП? Алло, сын шлюки! Монстер килл! 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 Прикольно, он мне заблочил и не дал мне дать Абиссал. Прикольно. Это иллюзия. Прикольно, ну и сблочишь меня. Прикольный блок. Прикольно, блядь. Прикольный блок. Где помощь? А, сори, не слышал. А где моя команда? Ага, сори. Ага. Где команда? Ага, сори. Сейчас добавим на парте, скажут, что мы проиграли за меня. Можете котить. Когда я в соло прихожу, блядь. Им выиграл, по сути, но они не могут играть в доту, сори. Они просто не способны. Ноль ошибок, блядь. 0%. Вы, блядь, ебаные. Ненавижу доп, просто ненавижу всей душой. Вот это хекс, вот это хекс. Вот это догон, вот это хекс. Найс догон, Зевс! Вот ты только что дал просто вот вместо догона хекс. Вот ты просто...
вся суть своего скилла. Я тебя понял. Просто, блядь. Я сразу знал, что я проиграю. Просто, чтобы сдохли. Ты, кстати, нормально играл, но я считаю, что должен был Лотар гораздо раньше брать и башить. Чтобы ебать с Лотаром. Да не помню, что считаешь. Никогда поймать. Ты с даггером никогда не поймаешь. Я не могу я не могу никого поймать, потому что пикнули хуйню. И выиграть не было шансов. Это да. Но ты мог больше сделать. Ты что, дебил, блядь? Посмотри на мой счет! Никто в мире не мог больше сделать ни одним героем, блядь. Алло! Ты мог Лотар купить вместо даггера раньше. Все, 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 все. Я бы всех репортнул, если были репорты. У меня нет во всех. Не, у меня есть три репорта. Найс. Надо всех репортить. Каждую игру 0%. Максимально идеальный игрок. Максимально лучший в мире.